Местонахождение Юрия и Политы известно. Пусть эти твари заплатят за Сандоваля. Мне фиолетово, что вы с ними сделаете, лишь бы сдохли. Понеслась. Валите, встретимся там. Пристегнитесь. Огонь. Принято. Атакую врага. Готовы? Открыть огонь. Ясно. Огневой контакт. Летёха сбегает. Эй! Огнём, спустите его, да, вот так! А, чёрт, нас заметили. Пинче каброн! Está bien, me rindo. No se escapó. ¿Qué chingados espera? A partir de la madre con todo. Готовы? Принято. Сука, мать твою! Цели. Здесь все. Эти уроды такие неуклюжие. Я в машине. Поехали. Готовы? Открыть огонь. Вас понял. Враг готов. Веду огонь по мудакам. Цель ликвидирована. Опустите оружие. Мы хотим, чтобы эти люди... Теперь все чисто.
Огонь! Огонь по целям! Ура, готов! Солдаты картеля, не отсвечиваем. Мы сообщим повстанцам, где находятся припасы, они тоже нам чем-нибудь помогут. Держитесь, я поведу. Порядок, понеслась. Подходим к домику. Смотреть в оба. Здесь плохие парни. Вперед. Следите за дверями и углами.
Наверное, Сандаваль умер здесь. Боуман сказала, что он у них был жив 48 часов. Крутой сукин сын, долго продержался. Мне кажется, он ждал, что мы придем за ним, а мы опоздали, мать его. Теперь не опоздаем. Дорогой, кем ты был до нашей встречи? Мамочка, я был никем, ничем. Я и не думал, что любовь может быть такой насыщенной. Насыщенной, как наша с тобой любовь. О, Пончик, я не думала. До нашей встречи я была лишь половинкой себя. Размытой тени, пока не рассмотрела себя твоими глазами. Готовы? Огонь, огонь, огонь! Ясно. Цель уничтожена. Открывай огонь! Полита уничтожены. Ты знаешь, что в кино всегда показывают, как люди не получают никакого удовлетворения от мести? Да. Так вот я просто балдею. Кроме того, мы выросли в глазах местных, когда прикончили этих голубков-садистов. Держите меня в курсе. Конец связи. Наша система безопасности была атакована. И я задался вопросом, а справляется ли с работой чума наш шеф охранников? Или он слишком занят в социальных сетях? Ты больше времени проводишь в чате с тёлками, чем за работой? Или это и есть твоя работа? Нет, босс. Мечтатель, он мой брат. Я присмотрю за ним. Чума меня понял слишком хорошо. И пошел ва-банк. Кем бы вы ни были, мы вас найдем. Знаете, что за каждого убитого нашего мы убьем 10 гражданских. Для меня невиновных не существует. Этот идиот даже не осознал, сколько вреда он нам принес.
Можно отправляться. Я знаю, что Юрий Полита пара уродов. Я знаю, что это месть за Сандоваля. И все-таки сдержите себя. Месть не бывает сдержанной. Как это там, месть? Какое-то блюдо? Обалденно вкусное. Ну ладно, только давайте без грязи. Вас понял. Целей нет. По-моему, это все. Награда Санта-Бланки. Остались бандиты без медалей. Это что, награда? Больше похоже на игрушку из коробки сухих завтраков. Всяких лампочек и тумблеров. Сообщим повстанцам, куда прийти за грузом. На медали лист Коки. Симпатично.
Будем добывать разведданные?